ты меня засамонить? Касать шкаф. Все. Ну это историк. Я поменял. Чуть не понял, что ты мало. Рыбы нету? Бахнуть теперь с тобой. Давайте едим рыбу и начинаем. Да вы меня заснуете. А, я же консервирую. Сейчас не понял, что, Дима, через Слава, ты же на трона сидишь? Чего? Ты на шмоне, что ли, на трона? Ты чё, не, я на друиде, вот, старфол. Дайте кулак под ЭК. А шо, Варя, сначала безрассудство жмут, да? Ну, всё. Кулак бы... Коля, я готов. Я за Варю даю вихрь, потом жажду, потом безрассудство. Значит, а у Вара вихрь такой слабый, не знаю, может, у шарпа нету и воли. Я стараюсь безрассудство дубовое прижимать. БГКД не красит твои. А я забил, наверное. Ну, в принципе, там, по сути, не играет вообще. Я так делаю с той целью. А, ну хп, кричите, что там, бар? Халтурите. То, что мощный удар сильнее вихря бьет, это нормально? Это криты, конечно, могут быть сильнее. К тому же вихрь может с левой руки быть. Что-то обновление вообще висит мало. Сима поставил. Если Сима оставишь, по-моему, 10 секунд только висит, по мне бесполезно. Да, 10, да. Бесполезно. Не, в отметке нормально должно. И с третьей по захилу будет. А, ты на друге? Давайте я основу, QV первую копию, герцогиня вторую. QV, я скажу там перед разделением язык. Прожми. Да, да, скажи. Будь здоров. Начинаю. Цирк, привет. Шапка зверская, конечно. Сильнее страдание. Я пока не могу прочитать это заклинание. В мире хватает героев и без тебя. Стой, Кьюэ, вот это нашел. Да, стой, не. Во время касса отходит. Все, можешь не забываясь прожимать. Чего там тухнуть? Да, и я под мордой стоял, короче. Двойной пик, только не ловите, кто там двоих танчит. Заряди друг от ружки. Да, нормально. Спасибо. Бежал хилить, а он крутится. Здесь произошли страшные события. Я обычно захапала на второго, кидаю частицу, потому что он всегда уходит куда-то далеко.
Святилище считалось неприступным. Ну, тут еще трэш. Но до сих пор оно не подвергалось. О, ману, прости. Что там Shadow достал? Драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но какого фласка на мануле? Замешано и более могущественное зло. Вначале я чувствовала присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Святого начинаю. Алекстраза выбрала достойных союзников. Крикнуть хп можно было тоже. Что придется прикончить вас. Обратите их в пепел! Кого это крик без символа? У жадного вара. У бедного вара. Что делать, если раги не хватает? Терпеть. Делать хастового вара. У хастового вара всегда раги хватает. Кто сейчас на хп крик накричал? Берзин. Ехавший. Поставь на будущее символ маленький на крик на хп. Вергилий, я надеюсь, у тебя с символом? Нет. У меня вообще символов нет и маленьких. Оба, сейчас быстро летите, покупайте, пока объясняю. Поставьте сразу шкаф. Порталом там Варгримар запилите. Просто чаще кричали бы, да и все. Да, тут нет. Да, блядь, Варгримар. Да, они просто во тьме оживали. Так, первая против тьма, все остальные свет, тьму, удачный. ЮВ, свет, гельд, герцогиня, мелкий трэш по хилам, войд Старфолду, типкой и... Кто из шаманов хочет тьму хил? Давай Транга там с Фаламиром. Войд, Дуду, типкой, Транга, тьму, Айоши, Фукасаку, свет. Четвертая пати, кроме Only Time, демона и встречи, добивать больше. Shadow DC, Экстрема, Суслятина, Максимус. После первой фазы не заходите сразу в тьму, добивайте сначала больших, потом по команде заходите во тьму. По инрам на второй фазе заливайте ману Транга, на третьей фазе Фукусаку. Доксон заливаешь в начале второй фазы. Конскьюрит в конце второй фазы. На третьей фазе по отказу, по откату Фукасаку заливаете. Символ боевого крика? Нет, командирского крика. Вроде командирского, или как он там называется? Да. Все правильно. Нет, только глифов. Там символ властности называется. Две минуты, я пока сейчас приду. Паладины распределили между собой фридом и ауры правосудия. Туман. Окей. Все купили?
Я да. Все, перед заходом в тьму обязательно кричите на ХП. А броню резать обязательно? Да. Это для тебя же надо. Ну, в целом для рейд. Есть у кого-то синий камень прямо сейчас? Есть. Можешь дух запилить? Я не знаю, что эрдруф кинуть. Какой это, наверное, эрдруф камень? СПД дух. Давай, СПД дух. Просто щит. Ставь на МП5, это друиды по мне садятся. Да, смешно, вообще я супа. На МП5? Сколько у тебя хосты? Дуду типка. Все готовы. QVD. Откуда мы начинаем? От левого дерева. Во тьму заходишь под незыблемостью. Можешь чуть левее еще встать. Да, так. Все, начинаем. Начинай с притяжки. На Фукусаку звезду поставил. Хилика метка. Перебежали. Близко стоите. Без ела, не рано. Перебежали. Заходи КВ сразу, рейд ждем. Вары крик на ХП. Рейд, заходите во тьму. Станьте звезду, от вас убьет, там хорем перетянутый немножко. Титран Роман. Заходите, заходите. Заходите быстро только. Дайте ежи. Диспа. О, Фукусак мне не дали, по-моему. Вань, скажешь, как нам выйти? Ну, то еще кетчлеет это. Срезай по скамейке, как обычно. Алис. Чем ты его в лес я повернул? Ну, сейчас посмотрим, записалось, нет. А он его просто в лес я повернул. Он его что-то повернул зачем-то. Да, темный шар его убил почему-то. Лезвие Шузумерик убило его. Ужасно. Я думаю, не стоит рисковать. Ничего страшного. Так не, он был нормально, что-то взял, повернул. Может, он думал выход, чтобы прокрутить, как в обычном.
Только с пула, подбегай к нему вот как на расстоянии атаки и прожимай притяжку рукой одновременно. А притяжка что, не промахивается? У нас нет. Ну, по идее, должно. Там же фишка. Там же фишка в чем? В том, что если он бежит и рейд бегает, типа, он на рейд бежит или он. Нужно не двигаться просто. Просто ЛП с задержкой наносит урон. Я заметил всегда, если с ЛП начинаешь, он сначала кого-то дергается, бежит, потом уже только. А когда с притяжки, он сразу на него. Нет, так не бывает, кивы. Ну, лезвия всегда, ну, у нас, по крайней мере, начинаются там, где закончились. То есть между лезвиями никто никуда не двигается. Кивы, смотри, вот, когда ты заходишь во тьму, Халеон стоит ровно в центре. Когда ты его сагрил, он отходит от тебя и поворачивается на тебя. Твоя задача поставить его туда, где он стоял изначально, то есть отвести назад чуть. Если ты визуально с глазомером нормально, у тебя все, ты его поставишь ровно в центр, будет все четко. И потом отдаляешь камеру и смотришь сверху, когда лезвия обычно начинаются, они же образуют, смотришь, чтобы если он не в центре, потом смотришь, когда его через какое время можно потянуть, там подвинуть, выровнять. Фокусаку. Все, готов. Все готовы, заходим за линию. Я пока не могу прочитать это заклинание. Дал тебе ассист, если что, там метку поставить. Mm-hmm. Начинай, Кивы. Сейчас выровняем его подпили. Сейчас я стаунчу, и ты потом с меня заберешь. Все, подойди и забирай. Я же говорил, подойди, ну сначала подбеги к нему, а потом таунти. Перебежали. Там герцогиня лужа, по-моему, тебя бьет. Я просто могу. Этикет метка. Перебежали. Смотрите, как лужа будет лицо. Нормально. Рано метка. Не танчи спиной, что-то тебя пробивает сильно. Ты хп что-то мало, там что поломанное. Доти метка. Секунду, вы чё? Падаем. Не падает ничего. Падает, вот. Поехавший, рассекающий удар. Ну так я мелкий трэш бью, мне его вроде надо. Вчера ты бьешь мелкий трэш за левин, когда у босса хп 76%, бля, ну это не твоя задача. А чё, мелика уже? Кота! Задача кота и роги. Ух, все херачили. А чё вы трэш-то херачите, у вас чё, блядь, мозгов нет? Потому что они конченые, бля.
Давайте завязывайте эту хуйню, херачить трэш. Ой, твоих мобиков насмотрелись. Я там что, трэш херачу? Просто один раз дать ГП, и никто потом не будет бить этот трэш. Просто 500 ГП въебать, чтоб знали, и все. И потом хер, кто будет бить трэш. Дотти, привет, там как дела? Чё ты на иссушении специализируешься? Клёна бей. Или что? Я не смотрел, но сейчас прослежу за этим. Да, он же кликанул. Просто вроде все нормально было, я думал, успеем перевести. Даже не смотрел на проценты. Да это после леща, ребята. Привыкли валик надо иссушением, там, блядь, ауешками бить, вот они хуя. Герцогиня, ты сакру можешь под себя отдавать. Ты... Либо когда лужи бреет. Можешь, ну... У тебя же 4-10 есть, можешь клятву прожимать под один трэш, потом клык под другой трэш, чередовать. Под каждый трэш старайся что-то прожимать. Если выросли там немного, то можешь даже эту сакру отдать массу. Хостового вара проще одевать? Кулак на руки. Паладины, дайте кулак пока. Мне кажется, интеллекта нет. А, нет, есть. Он толерант, скажет. Ну. Бог. Раздайте уже кулаки. Куве, вот видишь, перед тобой, вот перед боссом, есть черное пятно. Вот где начало этого черного пятна, вот там надо вставать и нажимать всю хуйню. Раньше. Ну и так во второй фазе. Таунтишь и оттягиваешь, пока не зайдешь на вот границу, это как линию себя ее принимаем. Ты понял, да, про что я говорю? Это черное пятно, видишь? Вот там примерно кончишь. Ну и так же на первой фазе добегаешь до туда и потом уже таунтишь. Кто бафет кулак? Что-то нет на коте. Я не знаю, кто там. Тот, кто получит 100 ГП. А, он сходил. Дай по друидам и рогам кулак. Дал? Начинай, Куве. Ну, на маунте. Красава, блядь. Нормально. Да-да. Позаобнил пешком. Не, ну это было эпично. Отойдите от босса Лерана метка. Кот, Доксон, близко стоишь. Выложил группу моей, которые убежали. Куэ учится танчить, Эксон, Доксон, Доксон, беги. Не вижу тебя. Дадите отпустить. Китикет нет. Прибежали. Чипка. Бля, транк. Поднимаю. Сам встанешь? На полу у вас, конечно. Я поднялся. Ты под боссом ставил, в смысле? Дайте ему сейнер, я поэкономлю. Кьюбе, заходи. Рейд зашли.
Давайте только живых этих больших, интенсивных. Мультидотинг там. Смайл. Заходите во тьму. Быстрее только. Дайте паладину руки на Транга. Пускайте лезвие ближе к морде поехавшей. Хелика, дай гимнома. Ну, Дима, у тебя там есть? Он дал, поставил. Сколько там? Ну и сколько? Да еще 56. Захилите. Держите БДК, Дима, сейчас тебе фласку дам на ману. С этой дня. После метки выходите. Давайте выходим к порталу, выходим. Доксон, поднимешь лопу. Ваня. Давай, я вставай быстрее. Вставай, вставай. Я, да? Красава, конечно, лоб пиздец, блин. Shadow DC метка. Кто там свет диспелит? Диспелит. Скюрит метку, давайте бьем трэш. По тьме рост. Ой, шаман не забыл, когда не монорега не тягал. Блин, ёбаный, бро. Ретрики, монорег по шаману. Тысяча маны. Перебежали. Конченый. Стоп, свет, стоп. Ждем трэш. Шар забежал, блин. Киндай, пожалуйста, монорек по шаман. Ой. У нас один БР не поднимаем его. У тебя есть имя? Доксон. Доксон. Нет. Я охуел. Сами сядь спорить будете, нет? Не бейте босса. Тьма, прожмитесь, свет, бейте только трэш. Ждите потом 50%, не бейте босса. Дайте каплю Q в этом. Езет, сукин, дай Транга, пожалуйста, монорек, твою мать, урод! Смещайтесь, смещайтесь на мнение. Бейте только трэш. Большого интенсивнее бейте. Shadow DC, дай нам оно. Типа есть этот гим какой-то? Да, есть. Ой, зови маман, если у тебя есть. Нету. Ой, пожалуйста. Посоветуй. Смещайтесь, смещайтесь.
40% ли? Падаем. Свет упал, да? Это босса взорвали. Успел забрать. Герцогиня стал там. Или бы, не знаю. Вы чуть не обосрались, да? Джерин без маны, это пиздец. Ты там, по-моему, даже сломала нас. Лицкен, ты даун или урод? Я тебя 8 раз прошу, дай мне монорек. Че ты не даешь бафы? Что за пиздец? Ну, Дима, я не думаю, что он тебя спас, и ты говорил, у тебя на 5000 маны. Ну, нету ни одного бафа, Даня, ты понимаешь? А сколько там было у Халёна процентов на минуту до персии оставалось просто? Там где-то 6 лямов было. Там 6 или 7 лямов. 6800 или 6400. Могли бы добить. Ну вот без этого падения тогда могли бы добить. Если бы Джерин был... Лирану, во тьме, пожалуйста, не забегайте в лезвие. Смотрите, там же таймер, он оповещает все за 5 секунд. Они про шар не знают, про пульсацию они не знают. Они бегут, думают, только вот эта ниточка дамажит. А она дамажит, блядь, 15 метров вокруг шара, этот, который вокруг. Когда лезвие активируется, шар дамажит вокруг себя на 15 метров, блядь. Не надо к нему подбегать. Пульсация, блядь. Она показывается анимация. Взрыв такой, блядь. Как еще объяснить, блядь? Как у магов аркан вспышка такая, кружочек такой от мага исходит, так и тут тьма исходит из этого кружочка, шарик. Алло. По 20, по 30 тысяч, блядь, полсекунды, 0,25 секунд. Короче, ваншот. Как тебе понятнее сказать, если я прошу манорек 300 раз? Сказал бы ты 5. А, бля, пиздец ты, я ебу. Пока что круче всего по эпичности КВ у нас. Чё там такое было? Чё вы там все заржали? Ну он пешком, короче, без маунта подошел к Халиону и сагрил. Ну и че? Чего там удивительного-то? Ну, так обычно только топы делают. Васап, тебя не слышно, если че? Да я ничего не говорю. Поехавший тут. Все готовы. Начинай. А, на ХП опять не крикнули Вара. Да ёбаный стыд. Выравнивать. Вы сейчас выровняете. И прокнул. Кто так опасный на дыхании? Там есть. Не, я... Там все было под контролем. Перебежали. Максимус. Огонь прожал, он да, молодец. Конечно, огонь. Тебя КД будет? 30 секунд, 35. Поднимешь его. Че Гевара метка. Перебежали. Давайте босса 2% еще. Стрима. О, хорош. КВ заходите, рейд ждите, крик на ХП Вары. Стоим рейд. Все, заходим во тьму.
блядь, слепой, что ли? Грзила, блядь. На ТКП. Левее, левее, неси, левее. Заходите, все добили. Еще не добили, бейте пока. Уже не заходите, добивайте, стойте здесь. Пропускайте лезвие ближе к морде сейчас. Доксон, КДБР. Заходите, мать. Сколько, как это напишу? Поднимешь верзилу, видишь? Есть еще одна пласт. Меня так садишься. Конскюр, ты свой оставь, поднимешь хила, если этот глуп уйдет, больше никого не трать. Ты там по побожию не гавишь, и тебе давали опласками. Сколько там? Да еще нормально, сейчас они... А, прям, пошлите звездочку, выходим, дайте, выходим звездочку, пошлите быстро. Там прям быстро выходите. Он живой? Да. Беспокой сам себя. Скажите, когда можно будет зайти. Блять, куда ты пошел? Беги, малышка, беги! Перепиши. Что там за... Через 2 секунды заходи во тьму. Заходи во тьму. Что ты несешь? Нет. Упал. Ой, блядь, сорян. Перепутал. Бейте, бейте. Во тьме рост трэш бьем. Чирика, дай им на ману. Дайте каплю там кьюэ, чтобы он не упал. Босса, не бейте свету 30%, вы заебали. РДД, я не знаю, может кто не в курсе, но на третьей фазе все РДД бьют только больших. Беги, малышка, беги! Кепка, сейчас споешь после дрезвы, окей? Окей. Это еще ман. Бежим, бежим, Свет, бежим. Он падает. Отводи, растут. Отводи жестче, жестче. Все, 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 стой. Свет, бейте, только трэш. Ты только трэш бейте, да, не знаю, я не слышу. Может, форму. Ты переместишь сюда? Нет, так, играйте. Смотрим, халён, бежим, бежим, бежим. Кивы, упал. Дядь, фу, Джерри, как ты упал. Да там не было шансов, но такое. Да были. Там некуда было метку. Ну, как, он не успевал. Да он просто по линии лезвия бежал, он был чуть к нам ближе. И филивали, еле-еле. Лезвие сбежал, Тима. А, я хочу просьбу такую ловку, чтобы он не вязал это пламя, потому что я думаю, что это метеорит. Типа я ориентируюсь по анимации, и когда он вязает эту херню, в общем, стрёмно получается. Вот, блядь, ребята, вы сидите здесь 4 часа вайпаетесь. Вам это нравится, блядь? Бейте ёбаных големов больших на последней фазе. Чё вы там? Давайте спать пойдём. Циферки, блядь.
паладина почему-то все долго. Пойду минуту. Не дайте сагдок на починку. На варе нет. В смысле? Ну блять, я ж варом не играю, на нем нихуя нет. Ну удали вар. Могу тебя удалить. Маска на мон. О, у меня есть фаска на ману, надо тебе одна? А? Сейчас. С какого-то трэша выберу, наверное. А 5% меткости нормально, Вару? Да, 5%? А какой талант? Ну точно, с 33 у тебя вкачано, значит 5 нормально. Вкачано, да? Ну ты поехавший. Ну да. Значит нормально. Такой вопрос странный, ты поехавший. Прям как с зеленого слоня. Да у нашей гильдии уже ничего не удивляешься. Shadow Deceased, блядь. Фукасаку. Не знаю, так, сейчас каждая смерть ГП, и если вары не включите на ХП перед второй фазой, он тоже ГП по соточке каждому. Ты видишь Resist Creek? Ты понимаешь, перед заходом во тьму. Ну так я кричу. Ты не кричал. Два последних края не было крика. Мне этот крик нужен на третью фазу, мне насрать на первой фазе. Начинай КВ. Идеально. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Перебежали. На рейд. Смещайся, нас, поворачивай на рейд, поворачивай на рейд. Сагиня, готовься так. Нормально. Заходить во тьму будешь, как начинал на первой фазе от дерева. Да, да, понял. Рейд тоже смещайтесь. Заходи во тьму, рейд ждите. Уходите, если посмеете. Рейд зашли. Все, стой. Заходитесь, убили. Заходите во тьму. Пропускайте лезвие, ближе к морде выносите. Друиды, Индерсы, Шаман, взрывайте.
Левее, 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 левее неси. Блять, левее. Он не знает, что такое лево. Сколько процентов? 53 после метки будем выходить. 52, 51. Поехавший. Все, все, пишите выходить. Первый метка света между этих двух. Метка. Блять, ну куда ты пошел? Ты идиот? Перебежали. Захожу. Я мертвый. Да, можешь не спешить. Пробуем так. Бейте трэш во тьме рост. Рост, алло. Альфонс, тоже переключаешься. Иди твоим ростом, танка 5 хп. Пять процентов или хп? Нет. Благо. Давайте, не кричите, бейте просто. Перебежали. Свет, стоп. Кири, когда я наману? Да. Сама дисплей? Пожалуйста, Гим. Перебежали. Киль сам, я побежал. Телефон спит. Ты спалится. Ты спалится. Не бейте босса, не бейте босса. Все, бейте, перебежали. Это Иннер. Уже в рейд. Трэш бейте. Только трэш. Все, я упал. Знаешь, когда можно зайти будет? Айош, иди, зайдешь там. Так, может, лучше я останусь? Да, блядь, хер знает. Заходить можно? Там отрезало. Не. А все. Чей метка, до свидания. Просто мне там было сложно, я в метке с танка, пол хп, у меня пол хп. Да в два хила там нереально, блядь. Я пытался тебя там захилить. Так реально, что ты несёшь, уже пробовали. Ну так, блядь. Не, был у меня хобби, типа, блядь, можно было пробовать, а так, ДЦ сложно. Если там ассистит, то нормально можно. А блин, прошу двух ретриков возлежания, ничего не летит. У меня два камана, и так сложно хилить, что это пиздец. Никто ничего не дает. Ретрики, вы даун? Да, не он оставил спать уже. Экстрема. Давай еще трай. И он дал острый. Экстрема. Там непонятно, метку выносила, стояла. Не дисплеила ли? Сама не дисплеила. Там просто стаки. Ну? Там экстрема, там стаки добили, да, там. По нему 7 стаки эти добили. Умеет сам себя дисплеит всегда в РС. Всегда. Не так что это. Всегда у нас правила в гильдии. Всегда те классы, которые могут диспелить сами, диспелят себя сами. Назначенный человек диспелит только тех, кто не может себя сдиспелить.
Там, когда маг уносит, теперь может ты... щиток огненный на себя дать, будет защита дополнительная. Также маг, когда в свету вносит метку, он может прожать защиту от магии огня. Она поглощает там 4-5 тысяч урона, но все равно может спасти вас. Просто устаю это в каждом рейде повторять. Блядь. Соберитесь все. За смерть. До этого я не кидал. Сейчас каждая смерть 200 гп. Не убиваем расход. А чё расход? Самогон там хотел пойти заменить кого-нибудь. Релогуйся. А он тут слышит нас. Вон он в чате же пишет. Где? Ну тогда еще потроим. Молодец, я что нашел. Что там рожа? Чинек. Нет, Вань. Дай фласку, есть? Да, последняя. А, тогда оставь себе. Ты их не пью. Все, Че Гевара, заходи за линию. Шатл DC, все готовы. Начинай, QV. Купи себе зелье ночных кошмаров, вообще отличная штука, ману рисует. Просто лучше, чем эти. Дешевые. Чем утешение, да? Нет, кстати, хорошие банки. Целки шмару. Там что-то пью этого. Чистого кондунства на стол, только сейчас нету. Перебежали. В косаку. Блять, живи. Угу. Красиво, Ник. QV, заходи. Тут они зашли. Че вы стоите? Молит за тот. Рейд, проходите, возьму. Заходитесь, добили. Добили еще. Все, заходите во тьму. Пропускайте лезвие ближе к морде, сейчас выносите. Четыре, 63. Плохо. С лимитки выходить.
Давайте выходим. Ровно назад метку. Никуда не под хвост, а ёж и метка. Смотри, маг Максимус. Перебежали. Во тьме дали рост. Дай, пожалуйста, один. Хилика нет. Ой, блядь, что за метка? Выйдите, выйдите. Иди спрятайте, так. Перебежали. Свет стоп. Свет не бейте. Достал. Кирика, дай нам. Нам. Перебежали. Растут, отведи, отведи. Беги, малышка, беги! Аюш. Так, перебежали. Помогите мелкий трэш добить. Все, добиваемся мелкий трэш. Тьма, стопайте. И добиваем босса. С тобой? Не-не, бейте все. QV каплю там дайте. Не забывал. Нет, это наоборот, свету. Все нормально, бейте, добивайте босса. Дайте фокусаку инер. Лужа в рейд. Давайте в босса играемся. Босса. Блять, нахера ты трэш, блин? Перебежали, добивайте босса. Но я не трэш был, я метку выносил. Сам диспелил и не закидывал. Ну давайте, добейте. Жопа, блядь. Шелест. Это просто пиздец. Так, охуеть. Лестница. Мы там вспотели, блядь. Ну, наручи на милика, кожаные. Кольцо на милика с меткостью. И кольчуга босса на шаги. Но кольцо это не навара, да? Жесть, перехилил эрдру возьми, офигеть. Нужно говорить, перехилил воида во тьме. Так будет правильнее. Я тебя тоже перехилил. Ну давай, пойдем. Сколько там ИП за РСК?
А я же писал, что он додает. Да, у меня написано все. Да посмотрите, сколько волн в БДК. 888 270. 60 волн. 60. Ну потому что БДК. Это не потому, потому что ты там пробиваешь. А может он не стакает? Ну, на этой стаке. Дядя там заебался хилить. Пиздец какой-то. Герцогиня писал, ну да. Да.